Все больше запросов поступает в клуб любительского собаководства «Акбар» от находящихся на карантине владельцев собак. Добровольцы ежедневно гуляют с собаками, доставляют корм и помогают в ситуациях, когда домашним питомцам необходима медицинская помощь. Мы продолжаем ту же самую работу, которую мы и делали до этого. Помогаем выгулить собак, помогаем по возможности, если надо собаку отвезти в ветлечебницу или купить какие-то ветпрепараты. Владельцам и волонтерам важно помнить об элементарных мерах безопасности. По словам Светланы Романовой, часто хозяева переживают за своих любимцев и стараются передать их в руки волонтерам лично. Так делать нельзя. Еще раз прошу владельцев не из рук в руки передавать животное, а все-таки вы оставляете, привязываете его около двери, там за ручку или за перила, за что-нибудь, но чтобы контакта с волонтером не было. Чтобы собака испытывала меньше стресса и легче адаптировалась к новым условиям, волонтеры стараются найти подход к четвероногим товарищам. Лучше всего, по словам специалистов, чтобы с собакой гулял один и тот же человек. Но, к сожалению, сейчас не хватает людей, чтобы это организовать. В данный момент нас стало меньше. Было 30 человек, сейчас у нас человек 15. Остальные пока у нас все отдыхающие. Так что помощь нужна, помощь ждем. Получить помощь волонтеров во время режима самоизоляции и помочь саровчанам, оказавшимся на карантине, можно, обратившись к руководителю клуба любительского собаководства «Акбар» Светлане Романовой по телефону 8 903 04 08 860. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».